Опять рюкзак качается над выцвевшими шортами. Дорога не кончается последними аккордами. Кричу тебе пока-пока, машу рукою весело и догоняю облака придуманными песнями. Догоняю облака придуманными песнями. Без туристической песни не обходится ни один поход, ведь песня – это душа любой компании. И, глядя на то, с каким воодушевлением старшеклассники исполняли в том числе и произведения собственного сочинения, хотелось верить, что вся прелесть походной жизни знакома им не понаслышке. Ну а жюри прежде всего обращало внимание на то, как ребята владеют инструментом, на то, насколько песни соответствуют заявленной тематике, предоставляя дополнительные баллы за авторство. Волнение, конечно же, присутствовало, но тем живее было каждое выступление. Костра не сесть, не лечь, как не устанет дождик сечь. Слушай, давай станцуем вальс в ритме дождя. Музыкальный конкурс – лишь часть многочасовой программы, куда входили еще и конкурс видеофильмов, а также фотографии, сделанных ребятами и их наставниками. Фотографии были представлены в двух номинациях – туристская и краеведческая. Качество снимков практически не уступало каким-нибудь признанным мастерам, потому что здорово передавало атмосферность одного из популярного вида досуга – спортивного туризма. И прежде чем жюри подвело итоги и определило победителей, можно было с уверенностью сказать, что со своими целями и задачами организаторы мероприятия – справились. С целью популяризации самодеятельности туризма, активизации патриотического воспитания учащихся, ну и, конечно, выявления лучших участников и лучших работ для дальнейшего участия в областном конкурсе. Итак, победителями в общем зачете стали участники, представляющие среднюю школу номер 1 города Солигорска, а также Новополесский и Запшинский УПК. В числе призеров конкурса – гимназии номер 1 и номер 2, а также Старотерушковский и Октябрьский учебно-педагогические комплексы. Все они были награждены дипломами отдела образования, спорта и туризма Солигорского райисполкома.